любезно согласились работать на нашей выставке. Выставка «Воронежские просторы». Ринг номер один. Николай Михайлович Каширин, город Москва. Ринг номер два. Александр Владимирович Кочетурьян, город Ростов-на-Дону. И выставка «Сезон охоты». У нас на ринге будет один эксперт. Это Ирина Евгеньевна Пирогова, город Ростов-на-Дону. Я всех поздравляю с началом выставки. Просто большая. Очень внимательно слушать объявления распорядителя рингов. Не упускать время расписания на всех рингах, все присутствует. Единственное, на рингах номер 3 у нас началась экспертиза моноповодной выставки победитель клуба «Пауэр Дакси». Поэтому сначала мы ждем этих прекрасных собак в ринге. И надеемся, что все сегодняшние оценки, которые вы выполнили, мы будем получить. Еще раз всех поздравляю. Сначала выставки.
собаки, и сюда собаки.